На всех автозаправочных станциях города сменились ценники. Бензин подорожал в среднем на 4 тенге. По словам специалистов из агентства по регулированию естественных монополий, это связано с повышением почти на 10 долларов цены на нефть марки Brent. Теперь дизельное топливо продается по 94 тенге. 89 тенге стоит бензин марки АИ-80, а за литр 92-го бензина владельцы автомашин вынуждены платить 110 тенге. В связи с тем, что цена поднялась, и в итоге у нас это произошло повышение. Соответствующее решение о повышении предельных цен на розничную реализацию ГСМ согласовано с Министерствами нефти и газа и Министерством экономического развития и торговли. По подсчетам экспертов, ранее посредники за реализацию 1 литра ГСМ получали прибыль 20 тенге. Из этой же суммы производилась отдельная плата за транспортировку и уплату налогов. Подорожание бензина экономисты также связывают с уровнем инфляции во всем мире. В числе объективных причин здесь можно привести, ну, во-первых, мировую инфляцию, наверное, поскольку цены во всем мире, они имеют тенденцию к росту с каждым годом. С другой стороны, это, наверное, недостаточная работа со стороны государственных регулирующих органов, которые должны отслеживать такие социально очень важные сферы, как производство нефти. Я имею в виду, прежде всего, это возможный сговор между монополистами на рынке, между нефтеперерабатывающими заводами. В то же время чиновники заверили, если вновь произойдет снижение котировок, как это было летом, цены на бензин снизят. Ранее Министерство нефти и газа отправило в агентство по регулированию естественных монополий заявку на повышение цен на ГСМ в среднем на 10% от нынешней их стоимости. Айжан Тимирбаева, Ялкунжан Ашимжанов, телеканал Алматы.